Да, самые классные эмоции. Спасибо ребятам за это. Конечно, без них бы никакого хитрика не было. Вовремя тренер составчики подменял, поставил грамотных партнеров, и все получилось. Я очень доволен, очень рад. Хитрик, и сразу шляпа. Ну да, немножко подломило нас, но настраивались мы просто после того, как 0-2 горели, достойно выступить. Повезло, передавили за счет характера, я так считаю. Забили голы нужные, где-то повезло. И в итоге тот результат, который есть на табло. Сложно, все команды настраиваются, очень сильно настраиваются. Возможно, мы много на себя ответственности берем в настрой, может быть, сильно перенастраиваемся, стараемся сыграть более правильно, без азарта какого-то. А потом, когда уже клюет петух, мы начинаем играть полную.